Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Конференция «Арбитражное решение» президента Вудро Уильсона 100 лет спустя. Западная Армения. Я уговорил Алиева, но Пашинян отказался. Путин о Шуши. Парламент Нидерландов принял постановление о введении санкций в отношении Алиева и Эрдогана. Руководство Метрополитен-музея в Нью-Йорке призывает к сохранению культурного наследия Нагорного Карабаха. Озеро Куюджук в Западной Армении стало местом обитания 110 видов птиц. Луч света для Арцаха. Выручка от концерта в Лондоне пойдет во всеармянский фонд. 21 ноября в 12 часов в Ереванском представительстве Республики Западной Армении состоится конференция «Арбитражное решение» президента Вудро Уильсона 100 лет спустя Западной Армении. На конференции выступит президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян, спикер Национального собрания Леонардо Басмаджан и премьер-министр Седа Меликян. Адрес: Ереван, улица Агатангелоса, 2/2. Президент России Владимир Путин признался, что не понял, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от условия Азербайджана вернуть мирных беженцев в город Шуши, передает ТАСС. По словам Путина, вопрос о Шуши возник в ходе этого конфликта, этого кризиса. 19-20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. Тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха, рассказывает президент России. В целом, мне удалось убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуши. Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской страны над той частью территории Карабаха, включая Шуши, и имея в виду наличие наших миротворцев, отметил Путин. Мне премьер тогда сказал: «Нет, не можем на это пойти. Мы будем бороться, будем воевать». Поэтому обвинение в его адрес о каком-то предательстве не имеет под собой никаких оснований, уверен Путин. Другое дело, правильно это было или неправильно, но здесь и речи быть не может ни о каком предательстве, убежден президент Российской Федерации. Парламент Нидерландов одобрил предложение о введении санкций против высокопоставленных чиновников Азербайджана и Турции. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян. Согласно сообщению, речь идет об индивидуальных санкциях как против президента Азербайджана Ильхама Алиева, так и против его супруги, вице-президента страны Мехрибан Алиевой, обусловленных насилием и военным преступлением Азербайджана против Нагорного Карабаха. Решение голландских депутатов распространится также на Турцию, оказавшую военную помощь Азербайджану в войне в виде эмбарго на поставку вооружений этой стране. В прошлом месяце пресс-секретарь Христианско-демократической партии Нидерландов Мартен фан Хелферт подготовил соответствующую резолюцию, в которой говорится, что Анкара провоцирует войну, и в сложившейся ситуации самую большую ответственность несет именно Азербайджан, которому должен быть предъявлен ультиматум. Напомним, что парламент Западной Армении обратился к парламентам мира, в том числе и к парламенту Нидерландов 28 сентября с призывом осудить Азербайджан и турецкую террористическую агрессию. Руководство музея Метрополитен Нью-Йорка распространило сообщение, касающееся объектов армянского культурного наследия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Голос Америки». Недавнее кровопролитие и разрушение на территории Нагорного Карабаха – это глобальная трагедия, которая вызывает у всех нас серьезную озабоченность. В дополнение к нашей просьбе о надежде на прекращение насилия мы призываем к сохранению объектов культурного наследия. Музей Метрополитен привержен делу сохранения и показа более 5000-летнего искусства человечества всего мира. В 2018 году выставка «Армения» стала первой крупной выставкой в музее, которая раскрыла замечательные художественные и культурные достижения армянского народа в глобальном контексте на протяжении более 14 веков. Мы глубоко опечалены недавними фактами насилия и кровопролития в Нагорном Карабахе. Мы настоятельно призываем ко всем вовлеченным сторонам уважать объекты международного культурного наследия, которые обогащали наш мир на протяжении тысячелетий, говорится в обращении музея. Охраняемое озеро Куюджук в Карском районе Западной Армении, полностью высохшее в прошлом году, благодаря проделанной работе частично восстановилось и приняло 110 видов птиц. Озеро Куюджук – одно из самых важных водно-болотных угодий в стране. Оно занимает территорию около 245 гектаров в районе Арпачай, расположено на высоте 1627 метров над уровнем моря. Озеро имеет важное значение для перелетных птиц на пути из Евразии в Африку. Местные жители называют озеро раем для птиц.
Группа армянских и зарубежных деятелей искусства, певцы, музыканты, актеры 17 ноября на территории Армянской церкви Святого Егише в Лондоне выступят с концертной программой «Луч света во имя Арцаха». Как передает Армянпресс, вся выручка от концерта будет направлена во Всеармянский фонд «Айастан». На концерте примут участие виолончелисты Александр Чаушан, Стивен Исерлис, скрипачи Анна Сафонова, Левон Челенкирян, пианисты Анаит Чаушан, Эшли Восс, Сэм Джуйсон, Евгений Судьбин, сопрано Ануша Ванесян, Луис Кемни, Тереза Геворкян, ансамбль виолончелистов Королевского колледжа, джаз-вокалистка Вероника Сюфт и баритон Юрий Юрчук. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Нерсеш Нурали. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!